Господа, значит, начинаем экскурсию. Господа, значит, посмотрите внимательно на этот макет. Вы видите перед собой масаду птичьего полета. Вот так вот, если были птичками, у нас, во-первых, обратите внимание на вот эту белую петляющую тропу, которая идет вверх. Это вот очень это. Круто восходит вверх. Это змеиная тропа. Мы... Хорошо. Значит, она... Эта тропа, видите, петля очень крутая, она поднимается наверх. Это единственное место, которое позволяло с этой стороны, то есть от моря, от дороги подняться к небу. Дальше. Мы с вами на осаде посмотрим вещи, относящиеся в основном к двум периодам его жизни. Эти периоды сделали осаду известной, знаменитой на весь мир в истории. И сохранили это искусство. Первый период, период царя Ирода, мы будем смотреть с вами в основном. Посмотрите, вот та часть самая близкая вот к той стене. Вы видите? Видите, там много-много построек. Это остатки 20-го Ирода. А вторая часть относится к зоне, вы видите, тоже вот развалины, но он противоположный кольца. Они относятся к другому этапу, который был через 100 лет, вот это восстание. Там именно римляне штурмовали кольца. Это два основных участка, которые мы будем рассматривать. Пойдем туда. Сзади. Ну, по нужным остаток.